В администрации Шадринска первый заместитель главы города Антон Мокан провел заседание комиссии чрезвычайных ситуаций по проведению мероприятий без аварийного пропуска паводковых вод. В нем приняли участие руководители комитетов, отделов администрации и организаций города. Они сообщили о реализуемых мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья, о количестве сил и средств. В частности, на случай чрезвычайной ситуации спланированы эвакуационные мероприятия, подготовлены пункты временного размещения, предусмотрен спецтранспорт для перевозки людей и грузов. Определены силы и средства к привлечению в период пропуска паводковых вод весеннего половодья на территории города Шадринска в составе 516 человек и 200 единиц техники. В том числе для эвакуации населения автобусов предусмотрено 55 единиц грузовых автомобилей, 38 единиц противоткачивающей техники, 11 единиц специальной инженерной техники, 36 единиц, а также мотопомп 6 единиц, паровые установки 5 единиц, полосовец 5 единиц. О том, как управляющие компании проводят мероприятия по внутригородскому паводку, рассказал руководитель комитета городского хозяйства Анатолий Сычугов. Комитет по городскому хозяйству ответственно за приобретение мешков. Мешки уже приобретены, 10 тысяч штук, они все есть, уже готовы к выдаче. Это первое. Второе, организовать работу на общественных территориях города. Это парки, скверы, площадки, которые по комфортной среде сделаны, не закреплены за управляющими кем-то. Далее, это предоставление инструмента, составление перечень территорий, на которых будут участвовать, корректировка дат участия, то есть мы лично сами все это проводим и выставляем. Всем управляющим компаниям указано на необходимость очистки придомовых территорий от снега и наледи. Спланированы субботники. Анатолий Геннадьевич отметил, что сегодня решается вопрос о вывозе собранного на субботниках мусора. Ведутся переговоры с региональным оператором.